Беги, Майнкрафт, человек! Беги! Так. Это самая интересная часть Майнкрафта всегда была. Всем привет, ребят, с вами Базутка, и да, это видео с камерой. Очень непривычно, если честно. И сегодня я зашел в Майнкрафт спустя 10 лет! Ну, вообще, я играл 5 лет назад где-то в последний раз. Я вот скачал, короче, Майнкрафт, версия 1.20. 1.20, офигеть! Я вот помню, я играл когда еще, был 1.5.2. Но вам, зумерам, не понять вот эти все наши приколы. Давайте попробуем, я не знаю, я честно сейчас буду тупить и пытаться вообще вспомнить, что и как. Я реально не заходил в игру 5 лет. Давайте попробуем одиночная игра. Ух, это так волнительно. У меня здесь остался, походу, мой старый, да, мой старый скин, ребят. Это я. Смотрите, кофта даже похожая. Я, кстати, этот скин сам рисовал. Видишь, сзади Б, это типа базутка. Это еще с 2013 года у меня скин. Опять я чувствую себя стариком. Воу, вот это дерево новое, его не было, когда я в последний раз играл. Вот это, да. Но если на этом изменения заканчиваются, то как бы Майнкрафт недалеко шагнул за последние 5 лет. Не похорошел, так сказать. Давайте я сейчас начну с того, что сделаю нам, как бы, ну, по классике, да, дом из грязи или из деревьев. Короче, место, где можно пережить эту ночь, потому что ждать нельзя. Всякие... Кролики? Это что, кролики? Первым делом я сделаю дом, где можно будет пережить ночь. Это как бы все знают, это первое правило Майнкрафта. Выживание. Дерево. Так, это я все помню, это я все помню. Хорошо. Это самая интересная часть Майнкрафта всегда была. Так, я еще думаю зайти в творческий режим и посмотреть вообще, что изменилось и что добавилось. Я знаю, что вам это может быть не сильно интересно, потому что вы все такие крутые игроки, но я хочу показать именно как это для меня, потому что я давно не заходил, и, ну, типа, мне интересно, вот мне лично интересно, что там нового добавили, что изменилось, я думаю, вам будет интересно посмотреть на мою реакцию, а если нет, то извиняйте, сделай доски. Точно, можно же крафтить. Вот так вроде? Да. Ну, помнят ручки. Ручки-то помнят. А я же могу сделать топор, да, вроде? Блин, я такой древний. Я смотрел на подобные видео и не верилось, как вот люди могут там забыть, ну, типа, классику. А я реально сейчас понимаю, что я не помню, как сделать даже топор. Банально топор. Откройте новый рецепт. Загляните в верстак. Верстак вроде вот так вот, да? Да. Так, верстак мы сделали. Теперь нужно поставить его... Зайти и сделать вроде так. Да, ну, помню. Так, вот так. И а как сделать? Это лопата. Это... Нет, кирка. Вроде... Топор. Даже гуглить не пришлось. Уже темнеет, мне кажется. Нет, мне кажется, да. Кажется? Вроде кажется. Главное успеть, короче, до поздна. Потому что если нападет какой-нибудь скелетиус или... паукиус, то будет неприятно. Теперь будем настоящими эстетами и выберем подходящее место для нашего дома. Оно должно быть красивым, таким же, как и мы. Я думаю, прямо вот здесь это и вода, и песок, и лес недалеко. Я думаю, для начала мы сделаем небольшой домик, просто чтобы переждать ночь. Вы слышали это? Мы с вами стройбаны. Поэтому застраиваем все. На крышу мне не хватит, да? Да. Да, надо поторопиться и найти еще дерево. Почему я так далеко от леса? Я думаю, прямо вот здесь. Это и вода, и песок, и лес недалеко. Вон, кстати, дерево, которое я изуродовал. Мы его уже трогать не будем. Надо изуродовать новое. Так. Ладно, пофиг, уже не до красоты. Будем делать из всего, что есть. Пожалуйста, я не умру в туалете, Есть. Кто профессионал? Я профессионал. Так, стоп, а почему я забыл про свет? Ну ладно, в целом это чтобы пережить одну ночь, поэтому не страшно.
что там есть, кто-то, ну-ка, ну да, посмотреть. Мы в безопасности, это самое главное. Поэтому в целом с челленджем я справился, поэтому нужно посмотреть теперь мне, что добавили новое в игру. Я что, по-вашему, должен гуглить, как включить творческий режим? Как включить творческий режим в Майнкрафте? Я создаю новый мир. Ты что так смотришь на меня? Светло-серая глазурированная керамика. Я извиняюсь. Блин, капец у вас. Ребят, вы счастливы люди? Что это? Свеча? В Майнкрафте есть свеча? Кровати разных цветов. Кровати разных цветов. Ребят, вы понимаете, насколько вы счастливое поколение? Вот в наши времена, в 1.5.2, у нас была только одна вроде бы кровать, красная. И все. Черепашье яйцо. Тут есть черепахи теперь? Яйцо нюхача? Это кто такой? Но в этой легенде о нюхаче. Костер. Костер появился в Майнкрафте. Я всегда мечтал об этом. Я просто поджигал дом, если нужно было костер сделать. Блин, мне еще непривычно на камеру говорить. Это буквально мое первое... У меня 1 150 000 подписчиков. И это первое видео на моем канале с моим лицом. Если вы не поставите много лайков, то я буду продолжать просто делать песенки, и мои руки чисты, так сказать. Поэтому все зависит от вас. Подзорная труба. Че, она просто... Это кто, рыб? Да, это рыб. Он такой типа... Фантом, свинья, пигли. А где этот? Житель или торговец? Как он называется? Я не помню. Крестьянина? Вот, яйцо призыва странствующего торговца. А то с этими кривозубыми крестьянами уже это, я подумал, что поменяли какие-то названия тут. Ну ты какой модный, слышишь? Что это за костюм? Как вам такая сделка в жизни? За 3 изумруда, то есть драгоценных камня, да, которые там стоят больших денег, мы получаем плотный лед. Ты должен делать а не а? Ты должен делать Иди сюда, я куплю плотный лед. Конечно, обманул меня. Насастый. Так, а это кто? Кривозубый крестьянин, мне интересно. Вот. О, вот этого я помню. Вот это наш чувак. Он... А ну скажи. Поехали, продолжаем. Let's go. У меня отключилась камера просто. Поэтому пришлось заново включить запись. Так. На чем мы остановились? Мы построили очень уродливый дом, точно. Это история про одного Майнкрафт-парня, который жил себе свою жизнь. И все было у него хорошо, был свой дом, друзья рядом, которые делают Но в один какой-то прекрасный день он решил закончить с этим совсем. Беги, Майнкрафт, человек! Беги! Это была моя постановка. Всем спасибо. Спасибо. Я знаю, было очень грустно. Но не расстраивайтесь, ребят. Мы построим новый дом, еще более уродливый, чем этот. Да, говорил я сам себе. Напиши сценарий, хотя бы примерно, о чем ты будешь снимать видео. Нет, у меня же 1 000 000 подписчиков, разберусь. Угу. В целом, я тут наснимал всякого. И так сойдет. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вам понравилось, и, может быть, что еще снять. И скоро будет еще песенка. Рад был с вами увидеться. Всем спасибо.